Заседание в отделе полиции началось со слов благодарности. Начальник МО МВД России Уваровский поблагодарил личный состав за проделанную работу. По информации, которая была в докладе, на протяжении года деятельность сотрудников способствовала тому, что показатели раскрываемости преступлений находятся на высоком уровне. Алексей Попов подробно изложил направление работы по охране общественного порядка, озвучил статистику правонарушений. В ходе выступления были названы недочеты и обозначены пути их устранения. Помимо этого, присутствующие были ознакомлены с задачами на текущий год. В заключение начальник полиции выразил благодарность за конструктивное взаимодействие и внимание к проблемам правопорядка руководству города и района, представителям правоохранительных органов, общественности и СМИ. Уверен, что в решении стоящих перед нами задач мы, как и прежде, найдем поддержку и понимание с вашей стороны. В частности, была отмечена значимая роль проводимой работы совместно с администрацией города. Создание добровольных народных дружин, а также в рамках программы «Безопасный город» установка камер видеонаблюдения в общественных местах и жилом массиве. Все это направлено как на предотвращение совершения преступлений, так и на помощь в их раскрытии. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова для рубрики «В рамках закона».